Каждый день они вместе приходят на работу в Южную поликлинику Дрожжино. Здание одно, но трудятся молодые люди в разных кабинетах. Ольга Астахова – врач ультразвуковой диагностики. Ее муж Николай – участковый врач-терапевт. Важную роль в смене места работы, раньше они жили в Подольске, сыграла государственная программа «Земский доктор». В данном учреждении существует возможность участвовать в программе «Земский доктор», потому что учреждение находится в сельской местности. Соответственно, есть возможность получить выплату 1 000 000 рублей. Вот при работе непосредственно в сельской местности. Немалую роль в принятии решения сыграли и условия работы. Врачи отмечают, что Южная поликлиника соответствует всем современным стандартам медицинского обслуживания. И здесь созданы все условия и для комфортной работы врачей, и для удобства пациентов. Здесь хорошо, что есть доступность именно узких специалистов для пациентов. Просто в некоторых больницах такого нет. Если нужен, например, узкий специалист, тот же сосудистый хирург, люди направляют в другую абсолютно больницу, в другой район. То есть пациентам приходится ехать 30-50 километров для того, чтобы получить ту консультацию. Здесь это все устроено в рамках одного медицинского учреждения. Еще одна пара – Андрей и Джамиля Капитоновы. Они приехали из Смоленска. Своего жилья супруги не имеют, а потому одним из важных параметров при принятии решения пойти работать в Южную поликлинику стала программа социальной ипотеки, которая также активно работает, в том числе и в Ленинском городском округе. Социальная ипотека – это программа от Московской области, предоставляемая молодым врачам, учителям и молодым ученым. Суть программы заключается в том, что Московская область берет на себя все тело кредита ипотечного, а врач или учитель доплачивают уже проценты по кредиту за 10 лет. Принято считать, что супругам работать вместе не стоит. Мол, так недолго и устать друг от друга. Но у этих молодых людей горят глаза, и видно, что они влюблены в свое дело, которое стало неотъемлемой частью их жизни. Мой супруг, он закончил ординатуру по терапии, у него больше клинического опыта, поэтому я в том числе советуюсь с ним касательно больных, консультируюсь. Вот мы вместе можем направлять пациентов, определять вместе с ним тактику лечения. Конечно, это сближает, это общая тема. И от таких профессиональных союзов пациенты только выигрывают, а врачи, благодаря социальным программам, получают столь необходимую им порой поддержку и могут полностью посвятить себя работе. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.